Его книги переведены на 17 языков и даже на язык Брайля. Прилепину посвятили главу в учебнике «История русской литературы 20 века». Если бы человек жил бы в времена Тургенева, он бы Тургенева это не прочитал бы вовремя. Он сказал: вот я читаю, вот Фон Визель читаю, а тут какие-то Тургенев, там Толстой, я не знаю. Трещит ветер, серебряный ветер, в шелковом шелесте снежного шума. В первый раз я в себе заметил, так я еще никогда не думал. Любой человек, который пишет прозу, должен читать много стихов и знать их хорошо. А литература, ее, может быть, стали меньше читать, чем в советское время, чем во времена другого вашего земляка Роберта Рождественского, но она ее читают не меньше, чем при Пушкине и при Достоевском точно. А мы от вас когда новую книгу ждем? Будет книжка, она верстается сейчас, я думаю, будет через месяц, через полтора. Захар Прилепин в проекте «Как пройти в библиотеку» во вторник в 21:00 на нашем канале.